Всем привет, с вами снова Жека Смешинка. И сегодня у меня набор Lego Bionicle Ледяной Страж. Я уже давно хотел купить Lego Bionicle, посмотреть, что это такое. Раньше у меня таких наборов вообще не было. Вот, решил я с Ледяного Стража. Так как мне понравилась его пила и его ледяной бластер. Ну и сама такая атмосфера льда мне, в общем-то, нравится. Сейчас мы откроем коробку, посмотрим, что у нас внутри. Мне самому очень интересно, потому что это первый, как я уже сказал, набор Lego Bionicle, который я покупаю. Так, вот у нас попалась инструкция. Ну, наверное, тоже так же пошаговая, как обычно. Здесь вот есть небольшая такая вот комиксовые такие вот зарисовочки, правда, без надписей. Вот здесь вот можете видеть. Сразу на первой странице, на втором обороте. Так, ну здесь у нас пошаговая сборка, как обычно. Так, сейчас посмотрим, что у нас сзади. Ага, здесь вот серия. У нас показана серия различных вот этих роботов, стражей. Вот. Тут же и паучьи черепа. Ну, в принципе, все. Красочные довольно-таки картинки. Так, ну с инструкцией мы разобрались. Сейчас посмотрим, что у нас внутри. Так, один большой пакет. И все. Больше в коробке ничего нет. Вот. Так как это Ледяной Страж. Так, Смешинка, за сколько мы его купили? 650? Да, 650 рублей где-то. Сама фигурка небольшая. Но вообще по пиле сразу видно, что если сравнить с коробкой, мне кажется, пила достаточно крупная. Кстати, пилу можно приделать на другого персонажа из льда. Сейчас точно не помню, как он называется, но я думаю, знатоки Lego Bionicle мне подскажут в комментариях. Так как я с Lego Bionicle еще только знакомлюсь. Вот. Ну вот мы сразу видим крупные такие детальки, интересные. Вот. Давайте попробуем его собрать. Вот мы и закончили сборку нашего Ледяного Стража. И сейчас я расскажу немножко про функционал. Начну с паучьей маски. У нее поворачиваются лапки. Вот так сгибаются, разгибаются. Больше, собственно, здесь ничего и нету. Есть вот такие небольшие зацепики, чтобы маска ставилась. Сейчас я покажу, как это делается. Но начну с Ледяного Стража, с его вот этого рычажка, который отбрасывает маску. Мы его нажимаем, и маска у нас отбрасывается. Потом мы берем другую маску, отгибаем лапки, вставляем вот здесь вот есть пазы специальные для маски. Вставляем маску, у нас рычажок поднимается, зажимаем лапки, и маска у нас на Ледяном Страже. Также снимаем. Сначала отгибаем лапки, потом нажимаем, и маска сбрасывается. Вот. Так у нас выглядит сам персонаж без маски. Сейчас мы покажем со всех сторон, чтобы было лучше видно нашего нового персонажа. Единственного персонажа пока из серии Bionicle. Итак, одеваем обратно маску. В комплекте были запасные детальки, две запасные детальки. И патрончики. Да, патрончики. Ну, вернее сказать, боеприпасы для нашего бластера. Сейчас я покажу, как он стреляет. Здесь у нас есть вот такая вот ось поворотная. Мы его поворачиваем. И там есть небольшой такой зацепик, который и позволяет нам произвести выстрел. То есть мы поворачиваем. Небольшой поворот. И один выстрел. Если мы поворачиваем сразу резко, у нас получается такая автоматическая стрельба.
Вот мы расстреляли весь боезапас. Так, из оружия у нас присутствует, еще раз скажу, ледяной бластер, ледяной меч и ледяная пила, которая тоже крутится. Здесь тоже есть ось, которую мы вращаем, и можно что-нибудь пилить. Шарниры довольно-таки хорошо двигаются, но без люфтов. То есть им не позволяет ничего болтаться. Как захотим его, так и поставим. Главное, чтобы у нас выдерживал центр тяжести на одну ногу, на другую ногу. Вот, как вам угодно. Можете ставить в различные позы, там, когда соберете много персонажей из этой серии. Серия, конечно, прикольная, мне понравилась, и вообще серия Lego Bionicle мне понравилась. Очень, конечно, сильно отличается от других наборов Lego. Пока, конечно, я собирал в основном только Lego Technic и Lego City. Вот. Планирую заняться этими наборами. Именно Lego Bionicle. Но, чтобы увидеть наши следующие обзоры на эту серию, нужно подписаться на наше видео. Подписывайтесь на видео, ставьте лайки. С вами были Жека и Смешинка. Пока-пока.